Полицейские задержали подозреваемого в совершении серии краж батарей из гибридных автомобилей во Владивостоке. Сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по городу Владивостоку в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-летний уроженец одной из республик Средней Азии, подозреваемый в совершении серии имущественных преступлений. Задержанный по ночам разбивал задние стекла автомобилей и похищал батареи. Выяснилось, что ранее подозреваемый уже был судим за совершение аналогичных преступлений на территории Хабаровского края. В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Он сознался в 8 эпизодах противоправной деятельности. Он рассказал, что когда-то работал в автосервисе, поэтому извлечь катализатор и батарею из автомобиля может за несколько минут. А для того, чтобы минимизировать риск быть пойманным, он выбирал транспортные средства, на которых отсутствовала сигнализация. Все кражи подозреваемый совершил в 2022 году и все это время скрывался. Оперативники устанавливают ущерб, причиненный потерпевшим. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый заключен под стражу.